Итак, народ, что это такое? Что здесь происходит? Скажите мне, что это за светлячки здесь светятся? Давайте сейчас дальше пройдем. Посмотрим. Там написано «души не чаю». Сейчас посмотрим, что здесь. Как здесь не чает душу. Здесь, смотрите, что-то висит. Что-то прям такое. Мне это, кстати, многое прям напоминает. Если помните, в Курске было какое-то такое заброшенное здание. Ну или полузаброшенное. Здесь что-то, по-моему, в этом ключе. А реально что-то висит. А, это, походу, фонарики, которые светят на эти картины. В общем, здесь какая-то выставка картин. Я не знаю, каких. А дальше, кстати, будут какие-то визуально-музыкальные инсталляции. Так что дальше будет только интереснее. Сейчас вы сами удивитесь. Хотя, знаете, такой звук, конечно, но, в общем, дальше будет музыка. Пока что ничего не буду комментировать. Здесь на входе надпись «Любе». Давайте посмотрим. Ух ты! Что это за катакомбы? Что это такое здесь? В общем, здесь лестница. Я по ней спускаюсь. Сейчас дальше посмотрим, что здесь будет. Здесь, походу, какая-то дверь или что. Давайте попробую подергать. Нет, это что-то. Занавесина какая-то. А лампочка, главное, упала. Ладно, давайте спустимся ниже. Спустимся ниже, давайте. Здесь тоже какой-то попандос. Что-то. А, и здесь какая-то лента. И все, и звездец. А не знаю, сможем ли мы туда спуститься. А там, по идее, подсветки нету. Или, я не знаю, это входит в программу. Я уж не знаю. Ну ладно, давайте спущусь на всякий случай. Здесь реально какие-то ленты перевязаны. Ух ты, я только что испугался своей тени. Прикиньте. Прикиньте, да? Чё здесь? Чё это такое? Что это? А эта дверь, она открывается или не открывается? А ну-ка. Так, ладно, сейчас поднимемся наверх. В общем, как-то так. Полез вверх, подписка на канал. И пишите в комментарии свои догадки, что вы думаете по этому поводу.